нормально. Какое? Пониже. Лучше, как все-таки, очно или заочно? Ну, я считаю, что очно, так как личное взаимодействие с преподавателем помогает усваивать материал легче. Очень рад снова видеть вас в этой аудитории, хоть и с соблюдением социальной дистанции, но все-таки очно. По-моему, мы с вами не виделись с октября месяца. Мы будем работать достаточно плотно и сжато. То есть, цитируя нашего президента, времени на раскачку у нас нет. Квадратного, как выглядит в новом семестре здоровье. Причем здесь нужно указать сколько. И потом и возьмем вот так. Мин, кобальта, родительный патент. Техническим спиртом. Чтобы удалить остатки пробы, значит, которые. Что вы делаете дальше? Вот эти. Ну, загнали сюда генератор, в конечном счете попадет в ДТ, тем выше будет чувствительность. Теперь давайте на разный, по длинным волнам. И дальше это излучение необходимо. Давайте подумаем, какие физические эффекты, известные вам, можно проводить. Да, красноватый цвет, все вы проводили кровь из лобных основных светочек, и вы добавляете 2, 4, 5. Да, вот в этом направлении у вас концентрация возрастет. Шнавайс можно проводить при любой форме. И при этой. Но сигнал. Я сторонник очного обучения и считаю, что ничего не заменит в итоге суть университета, как общение профессора со студентами, когда он смотрит в глаза, сама манера читать лекции, стоять у доски, писать, все это навсегда остается у студента. Это семейство, это корпорация. Ведь университеты вначале были созданы на равных правах. Студенты и преподаватели, они кочевали, но они были одной семьей. И так, в принципе, это и осталось. Поэтому нам очень важно, чтобы очное обучение, конечно, было и будет, я в этом уверен. Что касается дистанционных форм, они сработали. Ну, представимся, если их бы не было, мы бы просто не учились. Вот. Что касается качества, проверяем. Я думаю, что фундаментальное знание усвоенное. Везде смешанное. Но это зависит от той страны, в которой находится филиал. I can never be alone.